Здравствуйте! Сегодня мы рассмотрим, как оплатить заказ. Ваш заказ пришел на АП, и вам надо его получить. Но чтобы получить, необходимо оплатить, потому что заказ не выдадут без оплаты. Как же его оплатить? Для того, чтобы оплатить, заходим опять в свой личный кабинет. Находим здесь, в этой строке, «Мой счет». Нажимаем на вот этот кошелечек и видим, что к оплате, наш заказ в рублях к оплате 444 рубля 77 копеек. А доступно всего лишь 3 рубля 44 копейки, поэтому нам надо доплатить. Как же оплатить заказ? Заходим сюда, все способы пополнения, и смотрим, какие существуют способы. Выбираем тот, который нам наиболее удобен и выгоден. Оплата есть через банковские карты, через электронные деньги, электронными деньгами, телефоном, через терминал. Оплата есть с комиссией, есть без комиссии. Я, например, люблю платить без комиссии. Вы выбираете то, что вам удобно. После оплаты деньги поступают вот сюда. Но это еще не все. Это не просто у вас на личном счете. Вы опускаетесь вниз. И вот ваш заказ. 444 рубля 77 копеек. И красная кнопочка «Оплатить». Нажимаете кнопочку «Оплатить». И очень важно. Оплачивайте заказ всегда сами. Иногда оплату производят, девочки приходят и просят оплатить, оставляют на АП свои деньги. Но компания запрещает оплачивать на АП. Это первое. А второе, на АП могут оплатить ваш заказ тогда, когда им удобно и выгодно, а не тогда, когда вам. Например, если вы участник стартовой программы, и вам надо, чтобы баллы прошли в текущем периоде для получения подарка, а там оплатят и баллы пройдут на следующий период, то вы лишаетесь подарка и вообще вылетаете из стартовой программы. И больше подарков получать не будете по стартовой программе. Восстановиться в стартовой программе нельзя. Поэтому будьте внимательны, берите ответственность на себя, всегда оплачивайте сами. И в другом случае, если вы получаете объемную скидку, а не прошло 50 баллов для получения объемной скидки, то вы объемную скидку не получите и не восстановите ее тоже. Поэтому я вам желаю приятных покупок и подарков. Будьте внимательны, оплачивайте правильно. Больших вам доходов с Фаберлик. Это все очень просто. Всего вам доброго, удачи. Здравствуйте, сегодня мы рассмотрим, как оплатить заказ. Ваш заказ пришел на АП, и вам надо его получить. Но чтобы получить, необходимо оплатить, потому что заказ не выдадут без оплаты. Как же его оплатить? Для того, чтобы оплатить, заходим опять в свой личный кабинет. Находим здесь, в этой строке, «Мой счет». Нажимаем на вот этот кошелечек и видим, что к оплате, наш заказ в рублях к оплате 444 рубля 77 копеек. А доступно всего лишь 3 рубля 44 копейки, поэтому нам надо доплатить. Как же оплатить заказ? Заходим сюда, все способы пополнения, и смотрим, какие существуют способы. Выбираем тот, который нам наиболее удобен и выгоден. Оплата есть через банковские карты, через электронные деньги, электронными деньгами, телефоном, через терминал. Оплата есть с комиссией, есть без комиссии. Я, например, люблю платить без комиссии. Вы выбираете то, что вам удобно. После оплаты деньги поступают вот сюда. Но это еще не все. Это не просто у вас на личном счете. Вы опускаетесь вниз. И вот ваш заказ. 444 рубля 77 копеек. И красная кнопочка «Оплатить». Нажимаете кнопочку «Оплатить». И очень важно. Оплачивайте заказ всегда сами.
Иногда оплату производят, девочки приходят и просят оплатить, оставляют на АП свои деньги. Но компания запрещает оплачивать на АП. Это первое. А второе, на АП могут оплатить ваш заказ тогда, когда им удобно и выгодно, а не тогда, когда вам. Например, если вы участник стартовой программы, и вам надо, чтобы баллы прошли в текущем периоде для получения подарка, а там оплатят и баллы пройдут на следующий период, то вы лишаетесь подарка и вообще вылетаете из стартовой программы и больше подарков получать не будете по стартовой программе. Восстановиться в стартовой программе нельзя. Поэтому будьте внимательны, берите ответственность на себя, всегда оплачивайте сами. И в другом случае, если вы получаете объемную скидку, а не прошло 50 баллов для получения объемной скидки, то вы объемную скидку не получите и не восстановите ее тоже. Поэтому я вам желаю приятных покупок и подарков. Будьте внимательны, оплачивайте правильно. Больших вам доходов с Faberlic. Это все очень просто. Всего вам доброго, удачи!